Факт остается фактом. С этого года жители города начнут по-новому платить за отопление. Теперь стоимость услуги находится в обратной зависимости от температуры воздуха за окном. Другими словами, оплачивать теплоэнергию новорингойцы будут по факту потребления, а не равными долями в течение всего года, как это было раньше. В коммунальных новшествах разбиралась наша съемочная группа. Любите погорячее – платите больше. В квитанциях за коммунальные услуги новорингойцев ждут изменения. С этого года оплату за отопление будут начислять по факту потребления. Другими словами, летом в строке теплоэнергии будет стоять ноль. Зимой чем ниже температура воздуха, тем больше тепла расходуется, а значит выше стоимость услуги. По старому порядку жильцы дома в течение года оплатили 1/12 от общей стоимости. Самые холодные месяцы – январь, иногда бывает в феврале больше потребления. Иногда даже в декабре бывает потребление больше, чем в январе. Да? Это будут самые холодные месяцы, в которых самая высокая будет плата. Дальше она по мере наступления весны, да, в март, апрель, май, она будет снижаться. Ежемесячно в платежном документе люди будут видеть по строчке отопления, сумма будет уменьшаться. В июле и августе, когда не будет необходимости в отоплении, показатель будет нулевой. Нововведение коснется жильцов, чьи дома оснащены общедомовыми приборами учета тепловой энергии. Это почти все капитальное жилье. При отсутствии датчиков измерения оплата будет взиматься по нормативам. Большинство же начнет платить по показаниям приборов. По договору Уренгойжилсервис обслуживает приборы, имеющие лицензию организация, это Уренгойская теплогенерация. Вот. Значит, ежемесячно мы снимаем показания. И хочу что еще сказать. По итогам года платеж за услугу теплоснабжения для жителей не изменится. Специалисты отмечают, суммарный расход за год не будет сильно разниться по сравнению с прошлыми годами. Фактические расчеты будут зависеть от того, насколько холодным был месяц. Оплата по факту потребления заставит жителей быть ответственней и находить способы экономии. Если мы хотим добиться с вами снижения оплаты за услугу теплоснабжения, вот тогда мы с вами, как собственники, должны принять решение поручить управляющей компании провести некие мероприятия энергоресурсосбережения, провести работы по утеплению, там, подвальных помещений и так далее. Компания «Градорика» уже с октября 2012 года работает по новой схеме. Вначале у жильцов тоже возникало множество вопросов к расчетному центру. У нас первый год были, конечно, у населения возмущения. Они в холодные периоды времени говорили и сравнивали нас с другими расчетными центрами, которые имеются в управляющих компаниях, что у них гораздо ниже цена, и, соответственно, они платят меньше, а вот у нас холодно, и мы вот начинаем, допустим, там платить больше. Ну и все это прошло к лету, потому что потом в летний период времени другие потребители других компаний стали сравнивать уже нас с ними, почему вот у них там не платят, а у нас платят. Новую схему расчета услуг по достоинству можно оценить летом. Экономия средств по коммунальным услугам будет очень кстати в период отпусков. Аминат Дышекова, Масуд Мунаев, служба новостей «Импульс».